Именитый театральный эксперт Олег Лаевский в течение многих лет последовательно налаживает диалог между театрами от Дальнего Востока до Калининграда и талантливыми театральными режиссерами. Режиссерские театральные лаборатории под его руководством проводились более 60 раз. Однако в Ульяновск он прибыл впервые. Цель любой лаборатории – это как бы получение чего-то нового. Лаборатория – это эксперимент, это попытка создания чего-то нового. И особенности таких лабораторий, как это прежде всего знакомство театра с интересными режиссерами, которые здесь никогда не были. Часть драматургии тоже является для театра новостью. Всего было приглашено 4 режиссера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. После краткого знакомства с труппой и театром постановщики сразу приступили к работе на 4 площадках, где позднее состоялись финальные показы эскизов. Так, 21 сентября впервые в танцевальном зале за малой сценой театра можно было увидеть эскиз спектакля «Март» Ирины Васьковской, где режиссером выступил Илья Ротенберг из Екатеринбурга. 22 сентября на малой сцене зрители увидели «Мадалена» Дона Нигра, постановки Евгения Ланцова из Челябинска. В этот же день на основной сцене была показана «Бесприданница» Алексея Островского в постановке Владимира Золотаря из Санкт-Петербурга. И вечерний показ «Весенней грозы» шел на нескольких площадках театра, в том числе под открытым небом. Режиссер эскиза Георгий Цнабиладзе, город Санкт-Петербург. Знакомство с лидерами театральной режиссуры стало запоминающимся опытом для актеров и художественного персонала театра. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. We'll be right back.